вами Апостроф ТВ, и сегодня гость нашей студии — доктор исторических наук, заведующий отделом новейшей истории и политики Института истории Украины Национальной академии наук Георгий Касьянов. Георгий Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Прошлый раз мы с вами говорили еще до выборов, поэтому есть что обсудить. Угу. И в первую очередь интересен ваш вопрос, интересно ваше мнение. Впервые в новейшей истории Украины партия президента будет представлена в парламенте однопартийным большинством. Правильно ли это в нынешних условиях для Украины? И чем это грозит? Есть ли риск автократии? Ну, уже этих разговоров и обсуждений о том, чем это может грозить, уже много всего. Но мне интересно, а почему никто не обсуждает, а какие позитивные стороны этого могут быть? Ну, всегда же хочется думать о плохом. Да, уже установился определенный алгоритм обращения к какой-то теме. Вот Зеленский станет президентом. Что будет плохо, когда Зеленский станет президентом? Ну, особенно, конечно, стараются оппоненты Зеленского, те, кто ему проиграл на выборах, они разгоняют волну негатива, что будет плохо, и даже предсказывают, что будет плохо, и даже уже иногда комментируют это как свершившийся факт, то, что уже вот что-то плохо. В принципе, может быть, стоит подойти по-другому к этому и говорить, если мы говорим сейчас о монопартийном большинстве, может быть, мы будем говорить и о том, что и об угрозах, и о каких-то преимуществах. Давайте. Вот я бы начал с преимуществ. Есть монопартийное большинство. Это значит, что те обещания Зеленского, которые он давал во время выборной кампании, и те, они у него были достаточно абстрактные, и те планы, и те изменения, которые они планировали и планируют, что они получают как бы такие тепличные условия в смысле проведения это на уровне законов. То есть теперь именно это монопартийное большинство практически позволяет принимать любые законы, которые нужны для того, чтобы реализовать программу реформ. Это позитив. А второй позитив заключается в том, что и Зеленский, и значительная часть его ближайшего окружения достаточно чувствительны к общественному мнению. Как только возникает какой-то протест среди тех групп, которые он считает важными для себя, общественных групп, он реагирует. Например, это с губернатором Одесской области, когда были объявлены планы, кого назначать, поднялся протест, и он отреагировал. С монопартийным большинством сейчас есть возможность для мобильной реакции на какие-то вещи, и в то же время для мобилизации всех политических сторонников, для того, чтобы быстро принимать решения и быстро воплощать их в жизнь. Теперь поговорим о негативных сторонах. Ну, об этом все уже сказали, все уже говорили. Это произносятся слова вплоть до диктатура, тоталитаризм там, и так далее. Это, конечно, все риторические фигуры, которые используются для того, чтобы обострить само обсуждение, но в целом, да, конечно, есть угроза того, что возникнет соблазн принимать решения, не оглядываясь на общество. Но насчет этого тоже есть определенное противоядие, так что, в конце концов, многие уже обсуждают следующие выборы парламентские и досрочный распуск парламента. Я бы сказал, что, получив такой куш в 254 голоса, внутри есть опасность, когда сама группа, сам пришедший к власти, сам Зеленский и его окружение, они должны понять, где у них там угрозы. Судя по всему, они об этом думают, раз они собрали их на тренинг, на недельный. Это же не только, как все говорят, вот там что-то им рассказать, как и что. Тимбилдинг. Это тимбилдинг, да. Это знакомство, это очень правильное решение и очень хорошо, что они это сделали. С другой стороны, эти лекции, которые там были, к примеру, в СМИ попало выступление Потураева, который несколько оскорбительно даже, может быть, обратился. Это такой сержант американской армии. Новобранцам говорит: вы все говно. А я здесь самое главное, будете меня слушать. Это такой довольно примитивный пиар-стандарт. Я не думаю, что он хотел их обидеть, он просто хотел их уберечь
скажем так, поставить их на место, что вот они... Чтобы знали, конечно, свое место. Да, чтобы они знали свое место. Но, в принципе, в этой большой группе, конечно, если говорить о негативе, кроме того, что, может быть, монополизировано право на принятие каких-то решений без оглядки на общество, но вторая угроза – это то, что эта группа очень большая, очень пестрая, и там действительно есть случайные люди. Там действительно есть люди, которые до выборов совсем об этом не думали, что они там хотят быть депутатами, они просто решили воспользоваться моментом, и у них это получилось. Этот элемент авантюры и то, что называется быстрых денег, ну, в данном случае деньги символические, это, ну, статус другой. Это, конечно, опасность в том смысле, что действительно правы те комментаторы, которые говорят, что может быть ситуация, когда многие из них окажутся морально неустойчивыми и поведутся на подкуп, на там, какие-то посулы, а то, что это будет попытка скупки голосов, обязательно. Без этого мы не обойдемся. Ну вот, если 254, есть 226, значит, 28 голосов, 29 голосов нужно будет кому-то отщипнуть, откусить для того, чтобы сбить это монопартийное большинство. Посмотрим, что будет. Я не предсказатель, я не могу сказать, как это будет, но то, что такие попытки будут, это обязательно. А какое противоядие от диктатуры, вот вы когда говорили об этом? Да вот, ну, здесь в данном случае это не диктатура. Если, ну, я бы сказал, давайте возьмем термин Пелевина — демократура. Да? Вот, может быть, демократура, как бы 254 голоса, президент, избирают правительство, которое они, как говорят, будет правительство технократов. А это значит, оно будет точно, это будет действительно орган исполнительной власти, а не политический центр. И таким образом будет фактически власть одного человека, ну, та, о которой не мечтал ни Янукович, ни кто там еще, ни Кучма, из тех, кто имели склонности к авторитаризму. Ну, де-факто у них так и было, вот де-юре не получалось так оформить. Де-факто, да, моментами было. И здесь то же самое. 254 голоса – это не гарантия того, что они все будут одинаково голосовать, хотя бы потому, что кого-то будут пытаться купить, хотя бы потому, что кто-то из них, может быть, с чем-то не согласен, хотя бы потому, что, например, провести хотя бы заседание всей фракции, это 254 человека, представьте себе провести заседание такой фракции. Это очень тяжело. Если там сформировать какие-то группы профессиональные, профильные, и собирать представителей этих групп, и работать не с фейс-фракцией, а там... как бы с какими-то представителями, тогда это может быть более мобильно. Но это с точки зрения кадрового менеджмента и с точки зрения менеджмента принятия решений это очень тяжело будет. Такого еще действительно не было, это беспрецедентно. И третий момент сложности – это то, что даже в таких, казалось бы, строго централизованных фракциях, как, например, была фракция партии регионов, всегда были люди, которые могли уйти в сторону, не принимать решений, нужных дирижеру. Вы помните, там был человек, который дирижировал. А здесь как бы у нас демократические принципы. Кто-то скажет, я не согласен. 30 человек скажут, я не согласен, закон не проходит. Значит, возникают сложности. Не все так просто. Да. Когда говорят, что вот большинство, президент, все будет решаться щелчком пальца, не будет. Вы сказали о том, что много действительно случайных людей попало в партию «Слуга народа», но за них голосовали. Какое есть рациональное объяснение тому, что люди действительно не глядя голосовали за тех, кто будет представлять область, регион, страну в парламенте? Ну, это действие иррациональное. Объяснять иррациональные действия рационально можно, как бы это допустимая логическая процедура, но как бы можно объяснить это чувствами людей, их эмоциями, их усталостью и так далее. Инфантильностью. Ну, тогда надо все говорить инфантильно. Это хорошее слово, конечно, но оно применимо не только к избирателям, но и к элитам, которые они избирают. Потому что вот это национальный спорт хождения по граблям – это тоже свидетельство инфантильности элит. Не учитывается предыдущий опыт. Более того, он отрицается, отвергается и считается таким, что он не нужен и бесполезен. Так что здесь, ну, об этом тоже много говорено. Люди устали от старого.
люди, для меня, конечно, самая замечательная часть этих выборов парламентских, это крах многих прикормленных кругов, которые годами, десятилетиями были в руках у этих горизонтальных элит, у мезоэлит. Вот Богуслаев, проигравший свадебному фотографу, это просто картина маслом. Это вот тот самый случай, когда человек, который считал, что у него все схвачено, что все, ну это действительно там, в Запорожье, это человек, это власть. Да. И вот он проигрывает свадебному фотографу. Это очень сильно. Это говорит о том, что эти элиты, старые и местные, и центральные, вот те, которые сформировались в течение первых 10-15 лет независимости, начиная с 92-го и где-то по времена Ющенко, вот шел процесс их формирования, они себя изжили. То есть они оказались в той ситуации, когда они лишились поддержки именно из-за того, что они ничего нового не предлагают. Они шли все тем же старым путем скупки голосов, авторитета и так далее, и так далее. И тут люди уже были готовы, они настолько устали от этих людей, что избиратели готовы были голосовать даже за кого угодно, за человека, которого они еще вчера, ну, может быть, на свадьбе встречали или на улице, но не за того, кто там предлагает какие-то программы и так далее. Программ-то не было, ничего не было. Просто дайте нам другого человека, любого, как в сказке. Вот не выйдешь замуж за принца, значит, выйдешь за первого встречного. Вот так и получилось. Украина вышла замуж за первых встречных. Но на каждых выборах мы выбираем не за кого-то, а против кого-то. Это значительно, да, это вы правильно говорите. Это значительная часть вот этих выборов, и президентских, и парламентских, это протестное голосование. Вот они не хотят старых людей, старых лиц, и вот они против них голосуют. Это какой-то избирательный электоральный майдан, да, как говорится. Но сейчас хочу заметить, что они-то голосовали против тех, кто там все время был, если говорить о мажоритарных округах, но они не голосовали за «Голос», например, да, только Львовская область. Они не голосовали за всяких там «Сила и честь» и так далее. Вроде бы что же новое? Нет, они четко голосовали за определенный бренд, за «Зе», за «Зеленых». Это значит, что они там что-то почувствовали, чему-то там поверили. А вот интересно, к чему поверили? Это очень долгая история. Дело в том, что 95-й квартал специализировался на критике власти. Да? Они ее, ну, как шут при короле, они выставляли ее в самом невыгодном свете. Люди к этому привыкли, и они подумали, что есть человек, люди, которые вот так делают, что они понимают, что происходит. И потом был фильм «Прекрасная агитация». Я не говорю о его качестве, о его художественных качествах, особенно третья часть. Mm-hmm. Но в целом там все месседжи были запакованы очень четко под понимание людьми ситуации. Это ситуация, которую обсуждают в маршрутках, в электричках, на остановках, на работе, в курилках и так далее. Это и люди, которые формировали вот эти программы, эти все гэги, скетчи, фильм делали, они все четко по всем акупунктурным точкам прошлись. И это практически, представляете, сколько людей это смотрело. А сейчас, конечно, культура восприятия больше визуальная и аудио. То есть можно, в принципе, сказать, что старые политики не адаптировались к новым методам общения с избирателями. И это тоже. Вы посмотрите, как по ходу кампании. А Порошенко, например, в президентской кампании. Это нелепо было больше. Как он перенимал, да, он перехватывал, ну, как бы пытался следовать стадион, так стадион, там, дебаты, где там, да, да, хорошо, анализы, так анализы и так далее. То есть он все время шел сзади, он все время повторял. И это, конечно, говорит о том, что эти элиты отстали. Они не ходят, они не едят шаурму. Да? И поэтому... Но и месседжи отстали. Вот, ну, вы правильно сказали, что национальные какие-то идеи, они были сосредоточены, ну, практически только в рамках Львовской области. Там, где была большая поддержка Порошенко, Святослава Вакарчука, все остальные области не прониклись идеями.
Ну, вера языка и вера, армии. Вера, язык, давайте язык возьмем, да, как бы все время им спекулируют. Давайте. Это как только что-то где-то, что-то нужно запустить, отвлечь, сразу запускают язык. А у нас функциональная двуязычная страна, русский, украинский. Вот мы сейчас русский. С вами говорим да. На русском, можем спокойно говорить можем на украинском. Можем говорить на украинскую мову, будем говорить украинскую, нема проблем. В общем, возникает ситуация, существует ситуация функционального двуязычия. Человек может общаться с другим человеком, тот будет на украинском, тот на русском или на суржике, что более распространено. И они будут друг друга понимать. Этого достаточно, чтобы понимать. А по всем социологиям, по всем, вот сколько ни делали социологических опросов, когда спрашивают о важности, какие самые важные проблемы вас волнуют. Всегда на первом месте там какие-нибудь тарифы, какой-нибудь там вопросы безопасности и так далее. Вопросы языка всегда в конце 20-х мест, постоянно. Они всплывают период избирательных кампаний или в тот период, когда нужно дымовую завесу под что-то. Цены повысились, тарифы поднялись, сразу обратите внимание на алгоритм. Поднимаются тарифы, начинаются какие-то социальные коллапсирование какое-нибудь социальное. И тут же появляется вопрос языка или истории. Так вот, этот вопрос всегда на каких-то там на 30-х позициях. И вот этот вопрос президент выдвигает. Потом Томас этот усеченный. Значит, сейчас выясняется, что этот Томас, оказывается, был не так прекрасен и великолепен, как его нам представляли. Но какая-то часть верующих, да, заинтересуется. У нас светское государство. Когда президент светского государства лезет в церковные дела, политизирует это и выставляет это. Вот вам, да, вот вам, пожалуйста, кушайте Томас. Люди не хотят кушать Томас. Они сходят в церковь, верующие сходят в церковь, там соблюдут ритуалы, пост и так далее. Но не в этом их основная жизнь. Это часть их жизни, но не самое главное. Армия, да, это важно. Но опять-таки, это был пятый год войны, и все уже привыкли к войне. Все уже знают, что армия есть. Что еще вы можете нам дать с армией? Вот как вы это будете нам давать, как избирателям? Это не сработало. Конечно, тут нужно сказать спасибо политтехнологам Порошенко, но тут дело даже не в политтехнологии. Если бы Порошенко, а он пытался это делать, выдвигал те же самые лозунги, что Зеленский, он бы все равно проиграл. Потому что представляет старую систему? Просто потому, что он осточертел. Потому что все эти толстые лица, эти бычьи затылки и пузики, они уже это уже прошлое, уже не то. Сейчас пришли бороды, узенькие пиджачки и там гламурные одежды, но это тоже может быстро надоесть. Люди от них ждали. От человека в брюках и в расстегнутой рубашке они ждут того, что быстро что-то произойдет. Кого-то посадят, кого-то кто-то убежит, но они увидят, что действительно что-то делает, не только обещают. А, кстати, вот какие первые решения Зеленского могут закрепить его успех? Вопрос, связанный с антикоррупционными расследованиями, посадками, какие-то экономические успехи. Что будет для общественности маркером того, что выбор сделан правильно? Ну, экономических успехов не будет в ближайшее время. То есть любая реформа экономическая, любые изменения серьезные экономические, они сначала всегда ведут к ухудшению ситуации. Это как при лечении болезни гомеопатии. Сначала ухудшение, а потом быстрое улучшение. А здесь, во-первых, опять-таки нужны будут непопулярные меры. Но сейчас делаются популярны. Вот сейчас пока уже понемножку снижаются тарифы на газ. А решили убить Роттердам плюс. Это очень правильно. Начал открыто производство. Но, конечно, для того, чтобы закрепиться, людям нужно почувствовать, что о них думают. Вот они, один из законопроектов, который подавался в последние дни в Старую Раду, это был про евробляхеров. Mm-hmm. О том, чтобы отсрочить еще на 3 месяца. А еще есть законопроект о том, чтобы ввести единый тариф таможенный. Ну, я не помню там подробности, но, в общем, более справедливо, потому что то, что сейчас действует в этой области, это дико совершенно выглядит. Вот. И если вот это сделают,
Вот сразу, ну сколько там, ну несколько миллионов человек сразу ему поверят, потому что с этим связаны интересы миллионов людей. Люди покупали там за какие-то небольшие деньги машины, привозили сюда, и они для них не просто покататься, они на них зарабатывают, они работают в такси, в Uber и так далее. Это очень много людей, и вот если это сделают, это сработает. Это сразу будет сигнал, что о них думают, о них. Большие вещи очень важны, конечно, там... структурные реформы в экономике, судебная реформа, очень важно. Но борьба с коррупцией, но нужно делать что-то такое, что есть на уровне повседневности, что работает. Предположим, очень хорошо были бы посадки крупных коррупционеров, но еще лучше было бы, если полиция начала бы работать, если бы улицы стали безопасными, если бы наркомания, если бы все эти... колоссальные структуры продажи наркотиков, чтобы их как-то прищемили. Чтобы люди увидели, что в подъездах не толкутся... В каждом доме не было лотерейных каких-то заведений. Да, да. То есть вот, вот оно, это начнет работать. Большие вопросы важны. Война, да, я еще раз говорю, война, там, экономические реформы, судебная реформа, коррупция и так далее. Но очень важно сделать что-то, чтобы вот на уровне повседневной жизни что-то сдвинулось. И, конечно... центральная линия, центральная тема – это экономическая свобода. Это создание очень четких, очень простых, очень прозрачных правил взаимоотношения бизнеса и государства и запуск вот этой инициативы снизу. В принципе, украинцы очень предприимчивые люди. И вот Кучма в свое время это... понял, он ввел вот эту категорию ФОПов, да, вот людей, частных предпринимателей. Я понимаю, что это используется там для разных теневых схем, но в целом создать для подавляющего большинства людей условия, когда они могут спокойно работать, спокойно платить налоги и проявлять предприимчивость, инициативу и так далее. И создать, в принципе, средний класс. Потому это первый шаг. Мало, да, да. Это первый шаг. Вот когда будет мелкий и средний бизнес развиваться, а именно их нужно в первую очередь взять, потому что у нас крупный бизнес есть, но он весь монополизирован, это все крупные олигархаты. А тут нужно, вот, чтобы вот это толще, те люди, которые каждый день ходят на работу, ездят в маршрутках там, или на евробляхах, нужно, чтобы они почувствовали, что вот их работа, они заплатили, они отчитались и гудбай. Дальше мы сами все. Я вернусь еще немного к языковому вопросу. А как можно было снять спекуляции с этой темы? Вот, к примеру, команда президента, ну, не вся команда, некоторые ее представители предлагали второй региональный. Хорошая ли эта идея? Есть инициатива, а скорее идея историка Тимоти Снайдера, который говорил о том, чтобы можно ввести русский-украинский. Для этого тоже снять спекуляции с этого вопроса. Как вам кажется? Есть такой принцип laissez-faire, да? Оставить как есть. Не трогайте. Пусть оно будет, как оно есть в данном случае. То есть уже приняли этот закон на языке. Он не будет работать, потому что они там писали, один из вариантов я читал, они писали о том, что там не нужно финансирование дополнительное. Это очень глупая была фраза, потому что если такой закон принимается, под него нужно огромное финансирование, под него нужны огромные деньги. Таких денег сейчас нет. Значит, оставьте пока в покое, не отменяйте этот закон, не надо его отменять. Не трогайте вообще этот вопрос. Оно само, общество само отрегулируется в этом смысле. Если кто-то начнет это педалировать, значит, точно опять какая-то гадость готовится, а ее хотят прикрыть вот этим. Вот. По поводу русского языка. Официально его вводить где-то как региональный, я считаю, это то же самое, что вот требовать выполнения закона о, ну, вот этого нового закона о языке. Значит, опять-таки, здесь то же самое. Оставьте в покое, пусть оно само регулируется на уровне общества. Что касается того, что русский язык в Украине – это не русский язык в России, это правильно, но это не идея самого Тимоти Снайдера, это, в общем-то, высказывал, да, он ее озвучил. Ту же самую идею, похожую идею озвучивают в окружении президента.
Можно согласиться с тем, что русские в Украине – это не тот русский, который в России, функционирует в России. Конечно, есть отличия. Но главное, что здесь очень важно, это нужно перестать постоянно отождествлять русский язык, украинский русский язык, как говорят, язык агрессора, там, язык государства-агрессора. Это не язык государства-агрессора, это язык почти 10 миллионов, а может быть и больше человек родной здесь, и еще язык, на котором общается еще минимум 10 миллионов, а то и больше. Так что объявлять язык там, языком государства-агрессора могут только параноики или люди, которые заинтересованы в чем-то, которые преследуют определенные политические цели и зарабатывают определенный политический капитал. Но они, эти выборы, эти люди, которые вот на это делают акцент, они проиграли политически. Так что они теперь могут как-то там дергаться, но у них нет для этого институционных средств. А русский язык в качестве медиума для контрпропаганды – это очень хорошая идея. В принципе, эта идея уже использовалась, по-моему, это Громадское радио, вот Донбасс, как называется, Донбасс Громадский, по-моему, Крым и так далее. Они же на русском вещают, они вещают туда. Вот да, вот делать качественный продукт на русском языке и транслировать его на восток, на восточные регионы, это очень правильная идея. Я ее очень бы поддержал. Судя по всему, пока такой качественный продукт делают у нас партия Медведчука и Ширия, потому что как раз там их поддерживают, там мы увидели на этих выборах. О чем это еще свидетельствует? И тот факт, что партия Медведчука набрала больше, чем Батьківщина или партия Порошенко. Хорошо это или плохо? Ну, это объединенные, это за жизнь, то есть это объединенный проект. Они могли бы еще и больше набрать. Нужно все-таки отличать эти выборы от президентских, но обратите внимание, что там, где они набрали большинство, там на вторых местах были зеленые. То есть в данном случае сработал определенный стереотип. Нельзя скидывать с весов и то, что действительно часть населения восточных и юго-восточных областей до сих пор вполне пророссийские. Какой процент, трудно сказать. Но хотят нормализации, хотят прекращения войны, потому что это, в общем-то, сплошная прифронтовая зона. И готовы на любые компромиссы. И на этом играли все эти ребята. То, что эти люди, которые за них голосовали, то, что они не обязательно все, как их называют, ватники, да, что они там антиукраинские, это тоже, по-моему, очевидно. Голосовали за них по разным причинам. Ну, как бы, наверное, мейнстрим, как бы главной причиной является то, что те выступают за нормализацию отношений с Россией. С этим, к этому нужно отнестись очень серьезно, потому что раз в обществе это есть, то нельзя или делать вид, что этого нет, или этих людей выбрасывать за борт и говорить, что вот они плохие, они не патриоты, они как бы второго сорта люди, и поэтому... А какая нормализация возможна сейчас? Вот что нужно Зеленскому сделать для того, чтобы эти отношения нормализировать? А с Россией? Да. Ну, он все делает, в общем-то. Зеленский уже много чего сделал для нормализации. Но от него звонки здесь... с Путиным, к да, примеру. То есть от него очень мало зависит в этом смысле, в смысле принятия Путиным какого-то решения. Дело в том, что... Уже практически сколько? Уже 5 лет, да, вот это все продолжается. И гибнут люди, и, конечно, речь идет о том, что и обо всем, все об этом говорят, и так называемые союзники, о том, что этот конфликт должен быть заморожен. Да, его прекратить невозможно, его надо заморозить. Нужно наконец-то развести, нужно уже такую сделать территорию между ними. И статус-кво сохранится? Значит, Москва требует особого статуса. Но тогда, как бы, ход в ответ может быть особый статус всем украинским землям. Тогда, пожалуйста,
проводите еще один вариант административно-территориальной реформы, создавайте другие территориальные образования, не те, которые сейчас, не области, а, например, какие-нибудь префекты земли. Хотят. Вот, префекты – это уже местная власть, это уже вертикаль исполнительной власти. Это тоже, в общем-то, как бы новелла в некотором смысле, хотя это тоже не новелла, но это попытка решить проблему не только эффективности местной власти, но и ее взаимоотношений с центральной. Быть ей подчиненной? Должна быть, ну как считают, что должен быть какой-то контроль, потому что один из вызовов Зеленскому сейчас – это региональные элиты, с которыми Порошенко, например, не справился. Он ничего не смог сделать с Закарпатьем и с контрабандным. Это практически весь контрабандный регион, где колоссальная часть населения живет за счет контрабанды. И с вот этой мезоэлитой горизонтальной. Это вот все всякие там прокуроры, областные советы, все вот это, то, что называется схвачено по горизонтали. Местные ректоры и так далее, и так далее. А местные полицейские, вот они уже сформировались как такие феодальные кланы на местах, в Одессе, да, в Харькове, в Днепре, ну, в Запорожье, а в Закарпатье, в меньшей степени во Львове, а в центральной Украине такие есть. Угу. И это один из самых серьезных внутренних вызовов Зеленскому и его команде, и тем, кто сейчас в парламенте, это отношения с ними и изменение ситуации на местах. Зеленский поувольнял уже большую часть губернаторов, но это президентская вертикаль. Но есть еще советы областные и городские. А там все это гораздо сложнее, потому что они избираются. И а поэтому... как это все ложится в реформу децентрализации? Децентрализация не означает распада, да, как бы автономизации всех этих областей. Мы начали этот разговор с того, что Минск требует, да, двум областям. Дело в том, что особый-то статус каким областям? Те, которые заняты сейчас или полностью этим областям? Да? Там сейчас треть территории как бы неподконтрольная. То есть, если давать им особый статус, тогда нужно давать всем особый статус. А если давать всем особый статус, нужна тотальная реформа. Есть на это время? Есть на это ресурсы? Я в этом очень сомневаюсь. Но пока они думают, насколько я понимаю, они прикидывают, делать ли третью волну выборов. Местных? Делать ли местные выборы. А выгодно, кстати, нынешней команде провести тоже досрочные местные выборы? Они думают, что да. Я думаю, что это было бы ошибкой. Почему? Дело в том, что уже мне кажется, может быть, я ошибаюсь, но мне кажется, что ресурс вдоха уже все, уже вдохнули. Теперь нужен выдох. И вот теперь на выдохе они могут проиграть. Вот они вдохнули, и вот теперь на этом вдохе, пожалуйста, нырните поглубже и наберите побольше бриллиантов или этих как жемчужин. А если они решат так, может, наоборот, еще глубже, пока не растеряли доверие. Так нету доверия, есть ожидание. Это не доверие, это ожидание. Люди ждут. Вот сделайте, а в следующем году проведите. Вот сделайте так, что поймут, что вот то, что у нас там стало жить лучше и веселее, поймите, веселее уже, а вот что лучше стало жить. Вот когда поймут, то тогда провести местные выборы будет гораздо круче и с гораздо лучшим результатом. Потому что так уже по парламентским видно, что у них ресурса нет кадрового. Просто нет. У них нет партии. «Слуга народа» — это не партия, это избирательный проект. У них нет, у них даже на уровне центральных органов кадровый голод. На уровне депутатов, вот они собрали эти 254, там... Чудом. Да, это как бы... А уж полезть в местные выборы и набрать непонятно кого, а их-то как контролировать? Не сможете вы их контролировать? Тут хоть 254 под рукой, можно там... Как они там решили какую-то систему отслеживания их присутствия, голосования и так далее. Это уже вызов. А уж на такую территорию, равную Франции...
А следующий шаг, который нас ждет, это работа парламента. Уже должны заступить с сентября. Будут первые назначения в кабинете министров. Как смотрите за этими трансформациями? Звучат разные идеи о том, чтобы какие-то министерства ликвидировать, какие-то создать. Нужно ли это? Ну, это тут можно создавать, можно ликвидировать, это ничего не изменится. Тут главное другое. Главное, чтобы была, опять-таки, у них опять-таки здесь на кадровую политику нет ресурсов. Дело в том, что в министерствах может быть замечательный министр, может быть прекрасные замминистры, может быть чудесные госсекретари, но потом все это опускается на уровень департаментов. В департаментах работают люди, получающие совершенно смехотворные зарплаты, но знающие все ниточки, за которые нужно дергать. И вот от этих людей дальше зависит все. Это первое. Второе, это кроме кадрового голода, второе, это вот представить что-то, вот видение, да, что вот мы хотим. Чего мы хотим, как мы видим, к чему мы хотим прийти, что мы хотим. Ну, какой-то план должен быть, да. Стратегия. Пока нет. Потому что ни в президентской кампании, ни в парламентской. Сказали либертарианцы, сказали... А не поздно ее сейчас начинать формировать? Ну, в принципе, у нас на работах-то, у нас экспертный сектор имеет колоссальное количество наработок, которые надо было печатать на туалетной бумаге. Но они где-то на полках стоят, можно брать любые. У нас очень хороший экспертный сектор. У нас есть масса людей, которые давали прекрасные идеи и прекрасные стратегии. Просто возьмите какую-нибудь и используйте. В принципе, ну вот там, где я работаю, мой сектор образования, ну то, что сейчас происходит в образовательном секторе, это как бы, это да, это стратегия, это понимание, чего хотят. В системе здравоохранения? В системе здравоохранения тоже приблизительно так. Но просто нужно понимать, что переход от планов к реализации – это всегда девиация, это колебание, это отход от идеальной модели. Если в идеальной модели все это выглядело органично, взаимосвязано, тогда, кстати, медреформа – это же только первый этап был сделан, там же следующий должен быть этап. Главное, что они сделали это, вроде бы придушили эту фармацевтическую мафию, ну, вот этих, тех, которые наживались на госзаказах. А то, что там происходит в глубинке, ну, это совсем другое. Оно всегда изменяется, когда приходит на места, потому что это миллионы людей делают, а у них свои представления о том, что они услышали. И поэтому, когда в сельской школе директору звонит там из районного управления образования человек и говорит, скажи всем родителям, что записались к вот этому доктору. Это вот эти самые мезоэлиты, о которых я говорил, которые по-своему понимают, что им предлагает центр. А их всех проконтролировать невозможно. Поэтому, если говорить, возвращаться к вашему вопросу о том, что вот там сейчас будет и как они будут, что они будут предлагать, вот в образовательном секторе человек, которого прочили в министры, ну, вроде бы уже не прочат, он практически повторял все то же, что уже делается. То есть он ничего нового не предлагал. Потому что все новое уже делается в образовательном секторе. Точно так же, как и в Ну, вы знаете, тот же экспертный сектор говорит, что, например, внешняя политика Зеленского – это та же самая политика Порошенко. Ну, да. Ну, а что он? Понимаете, человек, который приходит на пост президента, это не царь. И даже если бы он был царь, он был бы связан, да, у него нет абсолютной свободы. Он не может выйти за определенные пределы, потому что он отвечает за всю страну. Он не может позвонить Путину и сказать: Владимир Владимирович, берите себе эти территории, про Крым забыли, давайте только войну закончим и все. Да? Он не может этого сделать. То есть он дальше будет продвигать линию суверенитета, линию независимости, безопасности и так далее. И точно так же во многих других областях ни он, ни его команда не могут переступить за пределы чего-то. Они не могут отменить украинский язык и государство. А как Россия будет пытаться дестабилизировать ситуацию дальше в Украине? Они уже это делают. Они уже дестабилизируют. Уже Зеленский звонит и говорит, что применяется запрещенное оружие, что четверо были убиты. В общем, я не знаю, что здесь можно сделать. Пока это тупик.
Причем для обеих сторон, потому что с той стороны тоже тупиковая ситуация. Они тоже не могут это все бросить. Им тоже нужен, как бы для внутреннего тонуса, им тоже нужна вот эта вот территория, которая с ними граничит. И какие-то ресурсы использовать, для, ну, как политические ресурсы этой территории, для того, чтобы показывать, какие мы хорошие. Вот они паспорта начали раздавать, уже сколько, там, 60 тысяч раздали. То есть они продолжают держать в таком вот негативном тонусе этот вопрос. И ну вот, рассчитывают на нормандский формат, который, в общем-то, помер, но вроде бы хотят так его оживить. Да. Минские переговоры, там они уперлись в этот особый статус. Но нужно, в принципе, при нынешнем раскладе сил в парламенте, вроде бы они могут принять... Ну, закон-то уже приняли, уже давно, он, по-моему, даже и кончился, он там на какой-то срок принимался. Но он не выполнен, и выполнить его на тех условиях тоже невозможно. Надо вот по вашему мнению, какой исторический опыт наиболее подходит под описание того, что сейчас происходит в Украине? Никакого. У нас это беспрецедентно, то, что у нас происходит. То есть... А варианты его регулирования? Если речь идет о Донбассе, то пока единственный способ это как-то начать урегулирование, это заморозить конфликт. Ну, так как Приднестровье? Как Приднестровье, да. Только так. Потому что военные силы забрать не можем. А если можем, то на короткий срок. Практически, ну, это уже опыт показал. Боевой потенциал армии у нас... не предполагает масштабного наступления, а тем более это густонаселенная территория, это колоссальные гражданские жертвы. Так что только заморозить, и дальше уже, исходя из того, что он заморожен, дальше двигаться по его разрешению. Там другая еще есть проблема. Дело в том, что там создана колоссальная серая зона контрабандная, которая тоже, если ее ликвидировать, будет бить по интересам огромного количества людей. Ну и экологическая проблема. Понимаешь, экологическая тоже очень последняя. Страшная проблема, да. Там, если эти территории вернуть, то это будет колоссальные просто затраты на то, чтобы решить, что там происходит с затопленными шахтами, с подъемом из-под земли всех вредных веществ и так далее. Так что... Что делать с 254 депутатами, это детский вопрос по сравнению с тем, что нужно делать там. Так что Зеленскому можно посочувствовать, а не позавидовать. Это да. А как общаться с людьми по ту сторону фронта? Потому что за последние 5 лет, мне кажется, мы тоже упустили всячески этот момент, и поднимался уже вопрос того, что нету какого-то и телевидения, и радио полноценного, которое бы вещало на ту сторону. Ну, это еще один мегапроект. Это вот то, что предложили русскоязычное вещание. Это можно сделать, но тоже не знаю, где на это брать деньги. А в принципе, очень... Ну, есть два слоя в этом вопросе. Во-первых, есть подконтрольные территории. Да? Есть территории, которые принадлежат Украине. И о них обычно такое представление, что там все в порядке, там все лояльны и так далее. Ничего подобного. Эти территории очень проблематичны. И говорить, что они супер лояльны Киеву и млеют от вида вышиванки, вряд ли. Может, они и млеют, но в другом смысле. Так что это очень непростые территории. И фактически, если речь идет о русскоязычном вещании и так далее, то это этих территорий тоже касается, безусловно. А другая часть, это вот те, которые там, как называют, оккупированные. А вот там люди думают только об одном, мне кажется. Ну, по тем сведениям, которые я имею. Люди думают только об одном, чтобы это все прекратилось, чтобы уже войны не было. И они давно об этом думают. Сейчас уже нет активных боевых действий, которые... Ну, есть, которые там затрагивают цивильные территории, но в таких масштабах уже нет. Но все равно это уже осточертело. Это состояние неопределенности, это, вот, это зона разделения, это необходимость ее пересекать и так далее. С одной стороны, люди приспособились, но с другой стороны, если это прекратится, они будут счастливы.
И там, вот в этих дискуссиях, в разговорах о людях, которые там, постоянно звучит этот лейтмотив, что это второсортные люди, что они хуже, чем те, которые здесь. Я сказал бы так. Вот есть фильм «Лозницы, Донбасс». Угу. Вот там показаны люди разные, да? Но это и показаны разные ситуации, там, издевательство над военнопленным, и там всякие мафиозные дела, убийства и так далее. Вот это фильм не про Донбасс, это фильм про Украину, про всю. Потому что то, что там показывал Лозница, там, это можно найти и в Центральной Украине, это можно найти и в Западной Украине, и в Закарпатье. Вспомните этот эпизод с правым сектором в Закарпатье, когда там убили человека, бросили его в фургон и увезли. Это ничем не напоминает фильм «Донбасс». Значит, и поэтому нужно понять, что те люди, которые там сидят, да, они по-другому мыслят, да, у них у многих очень специфическое мышление, специфическое поведение. Но это тоже граждане Украины. Даже те, кто паспорта русские получил. То есть, если перефразировать, мы должны хотеть их возвращения в Украину? Или... Ну, никого я не обязываю хотеть, да, но нужно понять, что это люди... что это такие же люди, как и здесь, в Центральной Украине, или там в Южной Украине, или на севере, и что эти люди тоже граждане, что они тоже имеют гражданские права и так далее. А если их все время изображать дегенератами, убийцами, насильниками, там есть дегенераты, убийцы, насильники, и у нас здесь тоже этого добра хватает. Но если их изображать как другого отторгаемого, то тогда о какой реинтеграции Донбасса можно говорить? Особенно опасны разговоры, когда говорят, вот мы когда туда придем, мы там устроим чистку, мы там... Ну как, это будет способствовать реинтеграции? Думаю, что нет. Так что, ну это обычные последствия любого гражданского конфликта. Любого. Поэтому... Кстати, когда говорят, что нельзя называть там гражданской войной и так далее, то там же есть элементы гражданской войны. С той стороны граждане Украины, с этой стороны граждане Украины. Там есть интервенция. Россия провела скрытую интервенцию. Там есть интервенты. Любая гражданская война предполагает интервенцию. Вспомните опыт Испании. Там была гражданская война, там были интересы больших держав. Здесь у нас то же самое есть. Так что это очень сложная ситуация, но ее можно упростить и нужно упростить, поняв, что с той стороны тоже есть граждане, которых нужно принимать как своих граждан. Ну, в любом случае, ключ проблемы лежит в Москве. Безусловно. Поэтому... Безусловно. Если бы не было интервенции, если бы не было обстрелов с российской территории, если бы не было специалистов с той стороны, безусловно, там бы все было совсем по-другому. Какое будущее, там, на последующие 5 лет, к примеру, ждет Россию? И какое место в этом всем Украине? Для России? Я не знаю. Я историк. Будущее — это не ко мне. Но это ведь следствие исторических событий тоже. Ну да, но будущего нет, в принципе. Потому что, когда оно наступает, оно становится сегодняшним днем. А уже через день оно становится прошлым. Так что прогнозировать можно только... Много чего России прогнозировать, что она развалится и так далее. Если она развалится... Последние 5 лет это очень часто прогнозировали. Да, если она развалится, это будет очень плохо для Украины, потому что по всему нашему периметру возникнет территория колоссальной нестабильности, с огромным количеством криминала, с большим количеством вооруженных людей и так далее. То есть сейчас Путин может дать команду этим наемникам перестать стрелять. А вот он исчезнет, и некому будет дать команду перестать стрелять. Представляете, что там будет? Там вообще какая-то упорядоченность появилась только после того, как они сами перебили значительную часть своих же, которые устроили там махновщину и так далее. Теперь у них все там организовано, все, система централизована, и она управляема. Если она перестанет быть управляемой, я не знаю, что будет. Трудно сказать.
А если отойти от темы Донбасса и вернуться больше к Украине, как вам кажется, как за последние 20 лет изменились украинцы? Вот что сейчас есть украинец? 20, то есть с 99-го года? К примеру. Они изменились, и страна очень сильно изменилась. Ну, если мы не будем брать во внимание войну и аннексию, а просто говорить вот о каких-то других вещах, связанных с внутренним состоянием, то упал уровень образования. Украинцы стали менее образованными, то есть качество образования упало. Украинцы стали более... Украинцы втянулись в потребительскую экономику очень активно. В 99-м году этого еще не было, потому что это была очень бедная страна. Мы сейчас бедная страна, но тогда она еще и не могла себе многого позволить. У нас за этот период стало... Мы все-таки втянулись больше в европейское пространство, серьезно причем. А Украина стала заметной частью мира, то есть я не буду как бы склоняться к пупизму, что все о нас думают, но, по крайней мере, сейчас уже во многих случаях не нужно объяснять, где Украина находится, да, и что это такое. В общем-то, уже знают. Еще в 90-х годах очень часто приходилось объяснять, что это не Югославия, что это не Турция, что это вот совсем отдельная страна. Появилась какая-то часть, молодая часть населения, гораздо более мобильная, с меньшим количеством привычек, созданных в советское время. Вот. То есть есть позитивные какие-то вещи. У нас очень с 99-го года, у нас к 99-му году очень улучшилась экология, потому что стали промышленные предприятия. А теперь у нас ухудшилась экология, потому что заработали промышленные предприятия. И плюс к этому повышение уровня жизни, общее повышение уровня жизни, в частности, появление огромного количества автомобилей в мегаполисах, приводит к тому, что ухудшается экологическая ситуация. И, то есть изменения есть и в позитив, да, и в худшую сторону. А у нас, в общем-то, развалилась система здравоохранения окончательно. Ну, вот сейчас реформа. Эта реформа добьет старую систему, и как бы начнется строительство новой системы здравоохранения. У нас уменьшился... У нас по-прежнему, начиная с 90-го года, с 91-го года, у нас отрицательный прирост населения. То есть мы потеряли уже... Сейчас нас говорят, что около 43,5 миллионов. То есть мы потеряли около 10 миллионов за этот, ну, за весь период независимости. У нас отрицательная сальдо смертности и рождаемости, то есть мы продолжаем убывать. У нас один из самых низких уровней продолжительности жизни в Европе. И мы, по последним данным, мы находимся или на последнем, или на предпоследнем месте по уровню жизни. Так это динамика не очень утешительная. Но дело в том, что все эти показатели уровня жизни, они не учитывают, когда речь идет о доходах, они не учитывают теневую экономику. У нас огромная теневая экономика, начиная от бабушки с морковкой на асфальте и кончая всякими Роттердамами плюс. А как изменилось отношение к роли государства в Украине? Вот интересно, эти выборы показали, что по-прежнему значительная часть украинцев по-прежнему такими одержима такими настроениями патримониальными, они ждут от государства, что оно решит их проблемы. Они правильно ждут, потому что государство должно решать их проблемы. Для того государство и существует, чтобы обеспечивать социальную часть там, пенсионеров, студентов, бедных и так далее. Государство должно защищать граждан. Поэтому они правильно ждут, но когда они ждут, что государство все их проблемы решит, это нехорошо. Но, по моему ощущению, я не могу, у меня нет социологических данных, но, по-моему, украинцы стали меньше полагаться на государство, особенно если учесть, что они ему вообще-то не доверяют. Если вы посмотрите рейтинг доверия президенту, парламенту, судам,
чему там еще, правительству и так далее, это всегда положительных очень кейсов мало. Нет. Нет положительных кейсов, да. То есть они не доверяют, но они хотят, чтобы это государство ими занималось. Но таких людей все меньше, и я хотел бы вернуться к тому, о чем я говорил раньше. Экономическая свобода, да, четкие прозрачные правила. Вот что должно дать им государство. Работайте, как хотите, делайте, что хотите, платите налоги, вовремя отчитывайтесь, не нарушайте закон. Все. Вот если такие будут отношения, то тогда уровень доверия государству изменится. А пока... А что касательно протестного настроения? Мы вот с вами перед интервью говорили, к примеру, социолог Ирина Бекешкина считает, что такие настроения уменьшились и в большей степени из-за безвиза, потому что людям уже не хочется выходить на улицу, собирать Майдан, проще просто поменять страну. Майдан у нас раз в 10 лет, правильно? Так что в 14-м, ну, ждите 24-го. А если серьезно, то, в общем-то, дело не только в безвизе. Ну, рация в этой идее есть, что люди могут ездить, это правильно. Но и могут, ну, безвиз – это же не эмиграция. Человек может выехать и должен вернуться. А, да, больше 180 дней нельзя находиться. А, здесь, мне кажется, что... Вот, разочарование в Майдане, вот в этом, 14-го года, то, что назвали революцией достоинства, оно еще очень сильно, потому что происходит Майдан, уходит старая власть и приходит как бы новая. Но приходят все те же самые рожи, которые были до Майдана, да, которые сохраняют всю ту же систему и дальше пользуются ее благами. В 2014 году было то же самое. Кто такой Порошенко, который стал президентом, получив сколько там, 54% голосов? А кто такой Порошенко, основатель партии регионов, министр в правительстве Азарова? То есть прожженный политик, человек, который, более того, человек, который занимался всю жизнь, занимал государственные должности, но при этом росло его богатство. Он при этом еще был бизнесмен. Это олицетворение сращивания власти, политики, и финансового капитала, или там, в общем, бизнеса и политики. Просто вот икона такого подхода. И вот он был выдан за новые лица. Да? Ну, какое же это новое лицо? Юлия Тимошенко, вот это новое лицо? Не совсем. То есть каждый Майдан заканчивался серьезным разочарованием. И вот разочарование после этого Майдана говорит только, ну, оно как бы еще настолько сильно, что ждать, что опять соберутся люди и против чего они будут протестовать. Вот что они будут отрицать? Если начнут они выполнять минские договоренности, дадут статус, ну, я очень сомневаюсь, что они будут их выполнять. Опять-таки, какая часть, какой сегмент общества пойдет на Майдан? Это могут быть ультраправые. Но ультраправые сыграли значительную, выдающуюся роль в Майдане 2014 года только благодаря тому, что там, кроме этих нескольких тысяч ультраправых, были десятки и сотни тысяч неправых, да? не ультраправых, а совсем других людей. Только поэтому они смогли. Если бы они в этом количестве, в каком они это делали, вот там остались, то от них бы ничего не осталось, их бы раздавил Янукович. Так что здесь, если будет, предположим, они захотят организовать Майдан, выйдут, то это будут только они. Их народ не поддержит в таком количестве. Какое будущее ждет Петра Порошенко? Вы уже высказались о нем. Вы опять про будущее? Я не знаю. Но... Политическое будущее. Я не думаю, что у него есть серьезное политическое будущее. Он сейчас поиграет в оппозицию, хотя ему в некоторых отношениях трудно будет играть в оппозицию, потому что многие вещи, которые он отстаивал, будут продолжаться, будут развиваться. Так что как-то ему будет, как в украинском анекдоте, невдобно. Так что я думаю, какое у него будет поведение, пока его не слышно, не видно. Пока они во время... Он и его политтехнологи, избирательная его группа, пока что они много сделали для
продвижение hate speech, да, языка ненависти, для повышения уровня тревожности в обществе в связи с тем, что они проигрывают. Это очень плохо. Будут ли они это дальше делать? Но если будут дальше делать, тогда они вообще уйдут в ноль. Они и так крах практически потерпели. БПП имело больше 100 мест в парламенте в прошлом, а теперь сколько у них? 23. Значит, ну, теперь они уже не БПП, теперь они ЕС. То есть, мне кажется, что он пока не понял, что произошло. То есть, он пока обижен, возмущен, растерян, но вряд ли он понял. Я прочитал два интервью его, ну, интервью в двух частях в «Украинской правде», и я понял, что он еще не осознал и не проанализировал свои ошибки и свою позицию. Он пока напоминает мне этих бурбонов, которые ничего не поняли. Почему спрашиваю? Потому что вот ты в его команде, я думаю, что он, в принципе, для себя тоже позиционирует с Черчиллем. Тем, что вот тоже имея такой высокий государственный пост, потом перейти уже на более низкую должность. Какие здесь есть параллели и есть ли? Это очень провокационно. Я не знаю, кто там у них придумал, чтобы его сравнивать с Черчиллем. Я уже высказывался на эту тему. Как бы это смешно их сравнивать. Черчилль не того, это, Порошенко не фигура того масштаба, которую можно было бы сравнивать с Черчиллем. То есть это несколько комично звучит. Аналогии можно, конечно, провести, потому что Черчилль там... Но Черчилль хоть войну выиграл, да? А что выиграл Порошенко? Кроме того, что увеличились его доходы значительно. Если давать... Во-первых, мне кажется, еще рановато ему оценку давать, как бы историческую, потому что как-то должно все утрястись. А нельзя не отдать ему должное. Да? Он стал президентом в очень сложный период. Он очень много сделал для восстановления армии, это бесспорно. Он точно так же развел вокруг себя целый огород с свинарчуками, которые практически под его прикрытием грабили эту армию. Но это везде происходит. Везде, где есть война, на ней наживаются. Так что... Тут ничего нового они не изобрели. Но Порошенко во многом поспособствовал его личная позиция, действительно, в том, чтобы укрепить армию. Он действительно, это правда, он действительно как-то создал какую-то внешнюю коалицию, которая худо-бедно, но все-таки проявила солидарность с Украиной, не бросила их. То есть, в принципе, нельзя его только черными красками обрисовывать. Но в целом, я думаю, сальдо не в его пользу, и это, выборы это показали. Сальдо не в его пользу просто потому, что он не мог быть другим. Он просто не мог выше своей головы прыгнуть. Это не барон Мюнхгаузен, который может себя вытащить за косичку из болота. Он настолько человек той системы, что он просто против нее выступить не мог. Поэтому он и проиграл. И будет дальше проигрывать. Потому что его время прошло, время таких, как он, прошло. Я надеюсь, может быть, я ошибаюсь, но сейчас вот называют это электоральной революцией. Во многом этот термин подходит. А откат старой системы может все-таки получить? Мы не говорим только о Порошенко, а в принципе о старых политиках, старой системе. Или вот это какой-то уже новый виток истории Украины? Я надеюсь, что да, что это новый. Не знаю, к лучшему ли это. Но потому что те, кто придут на смену, могут оказаться еще хуже. Но в целом то, что они проиграли, вот такие люди, как Порошенко, это, можно сказать, позитивный момент. При всем при том, что вот лично он, да, что-то сделал, многое сделал, больше он не сделал, но, в общем-то, давайте еще говорить о том, что Украина глубоко не самостоятельное государство в своих решениях. Люди, которые у нас здесь при власти, они глубоко не самостоятельны в принятии каких-то решений. Вы о группах влияния олигархов сейчас? Нет. Я говорю, знаете, может найтись человек с хорошей, сильной волей и действительно с высоким уровнем самоуважения, и сказать всем этим олигархам: ребята, goodbye, будем сажать. И все. Дело не в этом.
Дело в том, что есть еще внешнее управление, да, есть Америка, есть Евросоюз, ну, меньше Евросоюз, как Украине субъектности прибавлять в мире. Да, конечно. Вот это тоже один из вызовов, самостоятельность. Но Украина глубоко зависима. Украина до сих пор зависима и от российских источников энергии, и Украина, ну, те же ТВЭЛы, да, это те же атомные электростанции, где мы покупаем топливо для наших атомных электростанций. Мы очень зависимы от международных финансовых организаций. У нас практически, ну вот вспомните, любая дискуссия о чем-то всегда проводится на фоне разговоров о том, что там МВФ, Международный валютный фонд скажет, да, Мировой банк и так далее. Мы очень зависимы, у нас колоссальный внешний долг. Не такой, как у Штатов, но все равно большой. И мы в этом смысле очень зависимы. Поэтому нужно... С другой стороны, можно проявлять какую-то твердость переговоров с тем же Международным валютным фондом. Например, когда речь идет о тарифах. Угу. Да, можно вообще от них отказаться, в принципе. Мы, конечно, окажемся на грани дефолта, но у нас же есть колоссальные внутренние ресурсы. Вот то, о чем я говорил, опять-таки, включение внутренних ресурсов людских, они у нас еще пока богатые. А это позволит постепенно, не сразу, но позволит постепенно эту удавку финансовую, внешнюю, несколько ослабить, да, и задышать поспокойнее. А что бы вы посоветовали президенту Зеленскому, чтобы впоследствии он достойно вошел в историю, а не вляпался в нее? Ну, я бы посоветовал ему себя уважать и посмотреть на себя в зеркало и спрашивать, могу ли я себе посмотреть в глаза. Так, ну, а если речь идет о каких-то там структурных советах и так далее, это ему уже советуют, у него много есть советчиков. Пока он держится, вроде бы. Разные роли играет. Он же актер. Играет роль сурового хозяйственника. Ну, не хозяйственника, сколько начальника, который приходит и дает втык, выгоняет, разгоняет и так далее. Каком, кстати, параллели вот такого поведения с Лукашенко? Ну, все с Лукашенко, конечно, сравнивают. Да, похоже, похоже. Но как бы народу нравится. Как говорят журналисты, народ хавает. Так что в этом смысле у него все хорошо получается. А если он реально сделает то, что он хочет сделать с таможней, ну, уже можно ему медаль давать. Если он реально сделает что-то с судами, хотя об этом пока только разговоры, ну, но там только один способ возможен. Всех уволить под ноль и набрать новых. И совсем другую систему контроля установить. Хватит ли на это 5 лет? Не хватит. Любая реформа – это от начала до конца, ну, в зависимости от сектора, это где-то от 3 до 8 или 10 лет, чтобы она начала давать какие-то результаты. Так что еще история долго. Покажет. История покажет. Ну, когда она станет историей, покажет. Потому что пока нам ничего не показывает. История пока показывает, что она нам ничего не показывает. Потому что вот тот, о ком мы сейчас говорили, тот, кто ушел с президентского поста, он ему бы посмотреть на Ющенко на период президентства, и тогда бы он увидел, сколько он повторил того, что неправильно сделал Ющенко. Но этого не сделал. Не хотят с историками разговаривать, а зря. А вот мы хотим разговаривать. А вы разговариваете, да, и правильно делаете. Спасибо вам, Георгий Владимирович.